Итак, 16 февраля 2022 год, Харьков, 4:06 по Киеву, Харькове, дубль третий, и снимаю его исключительно для того, чтобы зафиксировать мизансцену, как у нас 3 дня безоблачного неба, затягивается ровно в момент полнолуния. ISO 6400, выдержка 1:8000. Очень зернистое изображение, но, как я и сказал, это целенаправленно завышенная светочувствительность, чтобы мы могли посмотреть на окружающую обстановку. Видите, ребята, девчата, вот оно. Просто в эту секунду налетают облака. Очень вовремя я первые 2 дубля снял, очень вовремя. Все. Трое суток прекрасная погода, нетипичная для февраля, после месяца пасмурной. Предоставила нам матушка природа . Ну и видимо на этом все, потому что дальше облачность абсолютно сплошная. Вон, посмотри, даже звезды видны. Ну, 390 тысяч километров сейчас до Луны. Она к нам приближается, в перигее будет, по-моему, 26-го. Февраля. Ну все. Будем с нашей Луной прощаться. Вовремя я вышел, успел все-таки что-то снять. Хорошо. 4:09 по Киеву в Харькове. 16 апреля 2022 год. Ни Меркурий в элонгации мы не снимем, ни МКС, пролетающий на фоне Марса. Ну, и на том спасибо.